Далеко на востоке, в стране восходящего солнца, есть легенда о волшебных существах Кицуне и Аками. Лисицы-оборотни Кицуне и волки Аками оберегали природу, охраняя священный лес. Как ночь и день они сменяли друг друга. Волки стояли на страже зимой, а лисы — летом. Раз в полгода они встречались, чтобы передать друг другу права над лесом. Но однажды равновесие нарушилось. Господа, товарищи, братья! Совсем скоро в лес придут наши друзья, кицуне. Все мы знаем их хитрый нрав, и что они не против подшутить над нами. Но в этот раз я их раскусил. Я заметил, что в нашем лесу появился человеческий детеныш. Но он не похож на других детей. Да и кто сейчас пойдет в наш лес? Это точно кицуне. Предлагаю поймать и раскрыть ее. Да. А где она появилась? Там. О, или там? За ней! Раскройте ее! Поздоровайтесь и зовите сюда всех лисиц! Старый стал. Пусть молодые развлекаются. А я подожду лисиц здесь. Ведь если не сделать все как полагается и не передать лисам власть, кто знает, что может случиться? Куда она подевалась? А где вожак? Вожак сказал, что будет ждать лис на поляне. А кто же нас повезет? Я считаю, что вести всех должен я. С чего это? Ты че, самый умный? Ну, в общем и целом, да. Да ты нарываешься. Мы не договорили. Однажды маленькая девочка пошла в лес. Она хотела отнести пирожков своей бабушке, которая жила в домике на опушке. В лесу девочка встретила волка. Волк попросил у нее пирожков, но она не захотела делиться. И тогда волк съел девочку. Да как так-то? Мы никого не ели. Стой, лиса! Тебе не кажется, что происходит что-то странное? Чё? Такое чувство, будто зима уже кончилась. А весна еще не наступила. Сер, ты загоняешься. Лисы пришли в этом году слишком рано. Эй, стой! А может, это и лисы вовсе? Как думаешь, Серый? Серый? Волки? Волки! Ау! Но у этой девочки были сестры, и они решили отомстить. Что это? Что? Но как? Они бродят по миру и уничтожают волков.
Кицуна пришли слишком поздно. Волков почти не осталось в лесу. Тогда лисы кинулись на красных шапочек и изгнали их. Последний волк отдал им право господствовать над лесом и ушел. В этот раз навсегда.